з Відьмополя. Пане Романе, у нас дуже короткий регламент. Попрохання сконцентруватись, дійсно, на жаль, були показові злочини, це і підпали редакції, і побиття ваше, і відповідно якраз, можливо, концентрована ваша позиція щодо ходу розслідування тих злочинів, але знову ж в рамках регламенту чи тільки. Так, добрий день, колеги, добрий день, представители Министерства внутренних дел. Я за время последнего расследования уголовного дела по моему нападению, у меня были разные блюда, если бы наша встреча состоялась месяца три назад, наверное, я бы больше критиковал полицию. Сегодня я уже, когда мы подошли уже к завершающему этапу, я все-таки хочу обратиться к Антону Игращенко и сказать, я начинаю понимать истинные причины, почему не всегда следствие продвигается так, как нам хочется. Потому что на полицию оказывают влияние и давление различные другие правоохранительные органы. Допустим, в моем случае, по нападению 17 октября 2020 года на меня и на моего журналиста Андрея Хлопчика, мы даже, наверное, просим помощи вашей, потому что один из главных подозреваемых, который напал на нас и который именно нанес нам телесные ушибы, находится в Киеве, прячется на Олимпийской базе. Это боксер Николай Буценко, капитан олимпийской сборной по боксу, который скоро собирается ехать на Олимпиаду. Я ничего не хочу сказать, у меня многие начинали говорить о том, что мы хотим помешать украинскому спорту и как-то там повлиять, что вот мы, человек будет представлять Украину на Олимпиаде, а мы там пытаемся как-то его спортивную карьеру прервать. Ничего мы не пытаемся, просто я хочу справедливости. И Николай Буценко, капитан сборной, никто его не просил нападать на нас и тем более находиться там, в Великодолинском, Видеополевского района, во время встречи с кандидатами на депутаты и на местное самоуправление. Ну почему-то Николай Буценко там находился, и я вообще считаю, что он вообще там выполнял какую-то роль тетушки какой-то, это вообще позор. И я хочу Антону Игращенко сказать то, что я раскрою, почему Николая Буценко так тяжело привлечь. Там не могут не вручить ему ни повестку, ни подозру, ни отвечает на звонки, ничего. Дело в том, что данного боксера поддерживает фармацевтическая компания «Здоровье» из города Харьков. В ее лице одиозного директора Александра Доровского, такой, значит, который, по моей информации, тесно связан с Александром Шишковским, членом партии «Единая Россия» и одновременно членом Совета Федерации Российской Федерации, и который еще в свое время голосовал за аннексию Крыма, этот Александр Шишков. Так вот, Александр Доровской является отцом Виктора Доровского, который является на сегодняшний день главой службы безопасности Украины в Одесской области. И как вы понимаете, что когда фармацевтическая компания спонсирует какого-то боксера уже последние несколько лет, и, естественно, человек влип в ситуацию, им не хочется, чтобы как-то портить его карьеру, и, наверное, жалко, может быть, своих денег. Я уверен практически, что Виктор Доровской влияет, причем не на полицию напрямую, а влияет на прокуратуру Одесского областного. А как мы понимаем, что сегодня следствие без подписи прокурора во многих вопросах сдвинуться не может никак, ни подписать подозру, ни обвинительный акт, ничего. Поэтому в данном случае надо как-то на это повлиять, чтобы такое влияние прекратилось. И как раз качество следствия, я даже когда ознакомился с уголовным делом, мы с Андреем были довольно поражены, что следователь какие факты там, ну, все сопоставил, сделал такой анализ. Действительно, хорошая работа и качественная. И я думаю, что это в обвинительном акте найдет свое отображение, понимаете? Поэтому хотелось бы, чтобы представители некоторых политических сил, в данном случае Александр Доровской представляет оппозиционную платформу «За жизнь». Эта политическая сила с нашей редакцией в последнее время очень сильно конфликтует. Мы недавно получили иск от есть такая компания ИСРЗ, бывший Ильичевский судоремонтный завод. И нас всячески пытаются задавить, и Овидиопольский суд вообще без проведения ни единого заседания удовлетворил их иск, и сейчас, слава богу, это находится все в
апелляционном суде, но сам Ведьопольский суд вынес иск на то, что мы должны за нашу статью, что они пострадали, их имеем, заплатить им 1 800 000 гривен. Вы понимаете, что... Это банкротство. Да, это не банкротство, это на органы не определить, и столько денег не соберете. Понимаете? Вы понимаете, что статья абсолютно, на мой взгляд, безобидная, и мы все прекрасно понимаем, как этот Ильичевский судоремонтный завод стал собственностью пана Рафаевича и Дудникова, и все это прекрасно знают и понимают. Но им удается подавать иски, мы не против защищать себя спокойно в суде и ходить на заседание. Но когда нас не было на заседании, было ни единого заседания, и судья, весь у нас такой одиозный судья Качков в Ведьопольском районе, вынес решение, я уверен, что было полностью переписано ихними юристами, и он после этого поставил подписи от этого. Ну, спасибо национальной спинке журналистам, что поддержали нас. Спасибо некоторым журналистам, не знаю, хотят ли они себя назвать, но пока я тогда воздержусь, если они хотят себя сами назвать, которые помогли финансово нам, потому что подать такой иск, подать такую жалобу в апелляционный суд при такой сумме, это нужно было заплатить почти 42 тысячи гривен. Вы прекрасно понимаете, наша редакция тоже не может себе позволить, но спасибо членам национальной спинки и национальной спинке журналистов. Конкретно в том, что нам помогли с этим, и мы подали все-таки апелляцию в сентябре, надеюсь, что какое-то заседание начнется. Поэтому прошу вас на это обратить внимание. И Николай Буценко именно напал на нас при... Я читал справку. Да, именно когда было представители ОПСЖ проводили сборы и... Пане Романе, да, то у нас готова слідче управління пізніше по вашому. Да, кейсу, да. Хочу сказати також, що поджоги були редакції і поджог автомобіля нашого вот коллеги Александра Сивака, главного редакції судоводства. По нему я не знаю, есть там какие-то продвижения, нет продвижения. Ну, поджоги очень тяжело расследуются. Я понимаю прекрасно, что объективные на это есть причины. Не может следствие выдумать все и высосать из пальца. Но хотелось бы, чтобы на это обращалось больше внимания и уделялось. В принципе, по поводу открытости, вот пан Александр Ганжа сказал, я бы хотел обратить на это такое внимание. Вот у нас недавно был назначен новый начальник нашего Ведьопольского отделения полиции номер 1, Одесского районного управления номер 2. Ну, человека назначили, до сих пор он не представился ни громады. Надо как-то знакомиться, чтобы мы знали в лицо, кто этот человек, понимаете. Как бы, я сейчас как-то приходил, он в отпуске, только назначился, и сразу ушел в отпуск. Хотелось бы как-то больше открытости, чтобы хотя бы сказал, к кому нам подходить, чтобы мы там не штурмовали дежурную часть и не отвлекали людей от работы. А, допустим, чтобы был какой-то человек, к которому могли подойти, там, я не прошу личных телефонов, там, понятно, что личные телефоны не раздаются. Но хотелось бы как-то, чтобы мы могли куда-то обратиться с этим, по этому вопросу. Вообще-то к Антону Геращенко еще один вопрос. Надо бы что-то делать и с судами тоже. Понимаете, когда полиция расследовала дело по нашему, моему первому нападению 2017 года, отправила в суд 4 года назад, и 4 года рассматривается в суде, все действующие лица, которые известны, и нет приговора, но это просто смешно. Пане Роман, да. Что вы разумели, да. Вы меня опередили, потому что я открыл довідку, да. Где как раз и сказано про вашу справу 2017 года, хотел запитаться, чи дивитесь вы за те, как справа разглядается в Ведьопольском суде, куди вона направлена, напад на вас в 17-му році, да. 26.08.17, через місяць-півтора буде 4 роки. Да. І це питання взагалі до нашої держави, їх спроможності надавати громадянам, не тільки журналістам, а відчуття справедливості. Тому що 31 серпня 2021 року буде 6 років з моменту кидка гранати під Верховну Раду. 6 років. Там загинуло 4 національних гвардійця, молодих хлопчика. Але досі суд розглядає цю справу, хоча є відеозаписи з усіх боїв, хоча було 2 підозрюваних і є. Один підозрюваний вже 6 років сидить, але адвокати, керуючись процесуальними правами, які даються, затягують цю справу за 6 років. Тому звісно, що це не є правильно. І я можу зараз перелічити багато справ, дуже простих, які могли б багато років тому бути розглянути, але дуже багато питань саме по судовій системі. Я дуже вдячний за слова подяки в адресу поліції, тому що у вас зараз дивляться керівники відділів поліції, почують поліцейські через засоби масової інформації. Дійсно так, що поліція, вона не одна розслідує ту справу. Кожна справа повинна отримувати оцінку процесуального керівника з прокуратури. Щодо конкретного випадку останнього нападу на вас, де ви кажете про
хлопці, які є боксерами, таке інше. Я візьму цю справу, я перевірю, що там коїться. Якщо за потреби, звернуся до прокуратури з питаннями, що там так, до наших поліцейських. Ми, звісно, не будемо тут публічно питати про процесуальне питання. Але я згоден з вами, що якщо двох осіб, які на вас напали, вже справа направлена до суду. От, справа, в принципі, зрозуміла. Не зрозуміло тільки навіщо, як ви кажете, молодому хлопцю, який на Олімпійські ігри готується нападати на вас. Це була якась незамовна ситуація, якась там спонтанна ситуація. Да. Зрозуміло. Тому я дякую вам за виступ. Будемо з вами спілкуватися. Я з вами зв'яжуся особисто. Дякую, пане Романе. Шановні колеги, продовжую.